Конечно, вся нагрузка упала. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил сотрудников Центра занятости населения с 30-летним юбилеем. 19 апреля 1991 года был принят закон о занятости населения в Российской Федерации. С тех самых пор существует служба занятости, которая успешно противостоит безработице. Сегодня Юрий Гришан вручил сотрудникам службы почетные грамоты за многолетний труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности.